У меня такое ощущение, что я эти работы уже где-то видел. По-моему, на выставке 150 лет фотографий. Возможно. Но я, к сожалению, не была на упомянутой вами выставке. Да, ну что вы, замечательная выставка. Там были просто шедевры. Вы что, приезжие? О, нет. Просто у нас маленький ребенок, и времени для расширения кругозора остается крайне мало. Поэтому мы с мужем используем любую возможность для интеллектуального обогащения. Верно, Леш? Верно. А что товарищу нужно? Ничего. Только фотографии. Чокнутый, что ли? Леш, а почему как культурный, интеллигентный человек, ты сразу чокнутый? Папа, тебе, наверное, здесь неудобно? Нет, ничего, жить можно. Как ты там? Нормально. А с Наташей уже... Нет, мы с ней завтра встречаемся. А, значит, ты ей изменяешь? Да, это произошло как-то случайно. И, честно говоря, мне Вика тоже нравится. Коля, ты где? Мне нужен халатик. Деточка, через минуту у вас будет и Коля, и халатик. Извините. А теперь скажи мне, пожалуйста, какой самый приятный момент в общении с женщиной? Но я думаю, это известно. Нет, не это. Самый приятный момент в общении с женщиной, это когда она уходит. Это шутка? Пап, тогда зачем ее вообще надо было приводить? Приводить ее, тебя обязывают законы природы, с которыми, как теперь стало общеизвестно, спорить бессмысленно.